Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 1025. События дня. Евангелие от Луки 18:8. Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре, но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле? И объявление наше. За прошедший день так заняты были, что ничего даже не выставил. Субботний день. Мне лично тут событие пришлось, что растет клен везде, выискивать более-менее прямые на черенки, потому что нынче был случай, когда сломались вилы и негде взять. Кто-то разобрал. Я считаю, это вина, загладить вину надо. Я уже их заготовил для тех, кто придет, чтобы могли брать. Наверное, около сотни. Это надо найти, спилить. Потом макушку отрезать от этой. Получается уже отдельно, как палка. И ее надо очистить, отрубить все сучки, а потом ножом зачистить, кору снять. Теперь на просушку. Это один экземпляр. Даже на это ролик получился. Володя топит баню. Я прицепился к Иосифу на машину, он меня взял и поехал, как идет уборка пшеницы. Ну и здесь как и насыпает его на землю, негде, в склад не помещается, там много ячменя, но это все показано будет. Вечером богослужение, идти надо, у меня бас, переднее колесо совершенно пустое, воздуха нет, поставил. Володя, посмотри еще там, там прорыв, не заклеить ничего, а колеса разные по величине, у меня меньше оказались на велосипеде и толще по размеру, а у него такой, как китайский-то, тоненький, выше. Чем заменить, тоже нет. Итак, Володя разобрал его, он кверх ногами стоит у меня. Это события, какие за день были такие, нас касались. Я в интернет много раз заходил, готовимся 10-го выезжать, как Бог даст. Ну и наши ресурсы показать. Это вот мой мир. Повторяю, моя любимая система. Здесь много наших фотографий. Вот ленточные. Тут личные сообщения. Два пришли. Хмара Александр. Боязно смотреть, но открою. Удаление, что оно означает? Удалите, пожалуйста, мой аккаунт. Во, новость какая. Мой аккаунт, я никогда этим не занимаюсь. Там есть, которые следят за этим, администрация. Просьба еще что-то, копия. Удалите, пожалуйста, мой аккаунт. Еще игрушка какая-то, что ли, написал человек. Никаких к нему претензий нету. Удалите мой аккаунт. Опять то же самое. С чем связано?
что-то неладное было, или я его знать не знаю, чего ради. Не удаляем, вообще нету. Никакой нужды нет. Александр, ну-ка посмотрим проповеди. Вот он, Хмара. Здравствуйте. Почему-то не воспроизводится видео. Ничего тут нету больше. Мой аккаунт. Какой аккаунт? Это вот эта просьба, что ли? Ну, это хорошее, что не воспроизводится. Я говорю, надо воспроизводить. Нажимать, где надо. Ничего нету. Форум 1600 тем. Вот. Как-то один только пришел, только первое сообщение уже. Ничего там нет особенного, не воспроизводится. Другой будет аккуратнее. Дальше канал православный. Сегодня вот. Сейчас я посмотрю, что получилось. Проводы гостя с Донецка. Ну, только что поставил, тут ничего такого и нету. Самое большое, вот, есть одна одинокая в Потеряевке, настоящий воин. Ну и во свете Библии наш большой православный библейский сайт. Тут все есть. Чего нет? Как это убрать? Вот это вот поставили. Ну и все на этом сегодня. Благословен Господь.